Привет! Это игра Чупер, и у меня есть всего одна минута, чтобы рассказать, как же в нее играть. Замешаем все карты в одну колоду. Определим ведущего и отдадим ему колоду карт. Ведущий тоже может принимать участие в игре. Ведущий открывает карты одну за другой. Все игроки следят за картами и действуют одновременно. Как только на столе оказались три карты с общим свойством, игрок выкрикивает это свойство. Например, зеленый. Игрок забирает карты себе в победную кучу. Игра продолжается дальше. Чупер. Три чупа-чупса. Другой игрок забирает карты себе в победную кучу. Есть полезные карты, которые заменяют любое свойство. Например, эта карта заменяет любое количество. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. И полезная карта. Забираем себе в победную кучу. В игре есть вредные, запрещающие карты. Например, эта карта не разрешает нам называть сладости. В этом случае мы не можем сказать торт, потому что запрещающая карта еще не закрыта. Но как только ведущий открывает новую суперкарту, предыдущая уходит в сброс. А теперь смело можно кричать «Торт!» и забирать карты в победную кучу. Игра заканчивается, когда в колоде не остается карт. Самое время почитать очки. Кто набрал больше карт, тот и выиграл.